Когда времени в обрез, а ваши домочадцы требуют есть, приготовьте им это простое, но очень вкусное блюдо, которое не доставит никаких хлопот, угощайтесь. Вкусное, просто и очень сытное блюдо с минимумом затрат и усилий. Фарш можно взять любой, можно добавить специи по своему вкусу. Приятного аппетита! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Порежьте мелко зеленый лук, репчатый лук натрите на крупной терке, смешайте фарш, яйцо, два вида лука, посолите и поперчите. Сформируйте котлеты и обжарьте в масле с одной стороны до румяной корочки. Переверните и всыпьте промытую гречку, залейте водой и накройте крышкой. Вкуснее тем, кто подпишется. Готовьте на медленном огне в течение 15 минут до готовности крупы. Подавайте сразу. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фарш мясной 500 грамм, лук репчатый 1 штука, лук зеленый 1 пучок, яйцо куриное 1 штука, крупа гречневая 1 стакан, соль по вкусу, перец черный по вкусу, масло растительное 2 столовые ложки, количество порций 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!